Да, для рейда. Никого не замедляя, потихонечку побежали. Вот, и как траж запушен, там 5 минут на перерыв. Пришли сразу босса пиздить. Пока не планируется. Ага. А мы рыбу ели? Не было. Вот видите, сейчас не скинулись бафы после этого. Так мы не выйдели, блядь. Я полагаю, бафы скидываются, когда заходишь в портал, что-нибудь такое, вот переходишь когда в другую локацию, типа, бля. Без рыбы будем бить, потому что сейчас в офис пойдем. Я думаю, все дорогости они скинутся. Короче, ребят, давайте пулять. Ну что, гонит-то. Нормально. А кто слизняков? Все нормально, держит? Все нормально. Слизняков кто? Я не знаю, кто. Кто-то испулил. Дайте ему БР, сова, дай, пожалуйста, половцу БР. Давай, я дам. Все находятся под боссом. А, ханты, помогайте больших слизняков напуливать в медведя. Или вы меняться будете? Не, пускай будет. Все хорошо. Сведите ханты. Пробеги со слизняком через рейд. Все большое. Два стакова большого. Ханты 3 секунды приготовились, большого надо пулить в медведи. Медведь приготовился, большой. И этого. Давай, забери. Все, можешь забрать его? Забрал. Все, следующий ты этого водишь, следующего уже не забираешь. На этом 4. Но я говорю, следующего уже не забираешь. Ага. А, так, ребят, приготовились, сейчас нужно будет разбежаться. О, убежали. С тех мест, с которых вы стояли, убежали, дали массы вы. Все, обратно вернулись под босса. Добили. А теперь что под БС? Первый. 19-10. Лесните, пожалуйста. Вторую кровь даю. Да. Обе крови отдаешь. Давай, удачи. Так, давайте я на профессора позахожу паладином. Да. Три танка, да? Два. Уже побежали, игрок. Уже побежали, может не бежать. Один бабами, другой будет танчить. Ой, так это тот рок-н-ролл, который на тщеславной станции. Стойте тут, ребят, стойте тут. Подождите минутку. Я по-моему нихуя не продал. Он же ж у нас в гильдии был. Опа,
И тапнуться не могу. Это пошло не так. Ты что, уже забрали вот эту фигню? За кем-то выехали, ебать. Кто там репосты делает, а? Так у него портал заэвейдился. Он отменился. Всех бафы слетели. Ну это тут не работает ничего. Так, Фобос, возьми, пожалуйста, штурвал на этом боссе. И мне нужно перезайти. Ну кто танчит? Можно я в АБМе посажу? С какой целью ты там хочешь посидеть? Просто. Есть кто больше хочет? Я хочу больше. Ну садись, не принципиально. Так и я могу посидеть, я от меня толку все равно, только баф. Короче, 13. Это. И 13% СПД. Пойди. Мамур сидел в обаме? На X3 когда-то давно. Смотри, это. Это сюда. Нихуя не нравится. Будешь сидеть в обаме ты, то бишь, ну ты соответственно, блядь, ты жмешь кнопку единичку, в центр лужи заходишь, пьешь лужу. Запомнил, да? Да. Двоечкой плевать, запомнил, да? Да. Троечкой, короче, набиваешь стаки, когда уже нечего чем заняться. То бишь, если нету лужи, нихуя нет, ты бежишь, набиваешь троечкой стаки. Пула тоже можешь набивать троечкой стаки, пока нету луж. Приоритет, короче, убивать лужу и плевать. Тут есть ардру, у тебя раги должно хватать. Чтобы плюнуть, надо выбрать таргет. Ну, это мобика ебана, смотри, не попутай с парфом. Обязательно, ну, еще раз убедись в том, что там выбран у тебя этот ебаный моб. На третьей фазе танчит первый Сенджикс, условно, ты второй танчишь. По диванам, первый даст диван, короче, давай. Ашиса, на второй госпожа. СС и по на третьей фазе Лорд Фир сдаст в Афису, а босс сдаст в госпожу. Это Андрей, вход, ты не забыл, и у меня спекнулся с Массакрой, спекнулся случайно. Я тоже по привычке, видимо, эмоционально. Кому еще банк НДД у Фобуса берите, именно ДДшные. Блядь, все мы теперь тебя потерял, блядь. А кто мейнит, короче, просто Сэнджик? Короче, это РД зона, блять, эта метка хуя стоит. Да иди ты нахуй. Что с этими метками нахуй? Что они поделали с игрой ебаной? Ебаный. Все же все знают, что делать. Есть такие, кто вообще не понимает, что будет происходить. Плюс смотрите, если да, я буду рассказывать все. Если нет, так будем гулять.
Все. RD-зоны, ваши условные зоны, это квадрат, блядь, усуньте здесь, на зеленом кучу не стоите, спойтесь только в конце, блядь, когда череп появляется, все. Пельмени не лутаете, откол подходите. Иди пей, иди пей, баму. Стол нажми, иди. Это БМ-пул, ебашу. Максимально пробурстите с босса сейчас. Уже приготовились. Стой на месте, две в РДД. Будут касти зеленого, сразу бежишь зеленого. Бежит зеленого. Походу эти не хватает на прием. Босс зеленого надо было. Бейте зеленого. Бейте зеленого. Сэнджик, ты что, блядь? Что с тобой сегодня так? Сразу в печеньку веди на второй фазе, Сэнджик, всего. Там будут колбы сразу же. Зеленый добивайте. Ебало, босса бьем, пельмени полетели, я РД, пельмени полетели, смотрите аккуратно. Короче, если что, дублируйте пельмени, если я не увижу. Колба отводи. Быстрее, ну стоп, бегай, не спиной, ходи, Сэндрикс. Как дома, нахуй, взял, побежал и все. Ближе трусы ставишь, чтобы мы скажем, нормально будет. Спасибо. Пельмени. Пельмени. Колбу 10 отводи. Да бежи, вообще похуй мне, бежи сюда. Сразу разворачивай. Иди Аршаму. Красный приготовились, в красном плюве, РД в красном сырали. По БРам, короче, он отдай БР. Сову. А сова даст БР блока. Красный даем. Полца прохильте. Перекаст. Аршам есть стать? Нет. Понял. Зеленого. Убивай быстрее лужу. Зеленого. Откуда побежали? Зеленый появляется. Милик. Зеленый ебало бьем. Отлетаем в РД-зону, если что. Все, не подходите, ждите перекаст. Пельмени. А, он оба РПД. Пельмени. Ждите. Хватит раны и пельмени лутать. Я всех запишу, 7 минус будет. Колбы отводи, пельмени полетели. Красного там сразу притопся, плюнуть и РД свечится. Колбы отводи, красного сырали. Сердце побежало. Афису просил. Пельмени. Пельмени. Стопайте по боссу, стопайте по боссу, стопайте. Стоп по боссу, фулл стоп. Не бейте, не бейте. Пэтов отмените, если можете. Мелика из зеленого, мелика из зеленого. Ждем перекаст. Ну бой, бей, бей, бей босса, ну бой, бей босса. Пельмени полетели. А, ты. Пельмени. Разбежались, 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 задали. Ну прохильте. Быстрее переведи босса. Попробуйте БР дать, Шанни. Да нету БР. Есть, я отдам сейчас. А, у тебя есть тогда, ну, БР, короче, этого, сову, а сова БР, короче, лота. Который... Какого? Какого из них? Дед. Дианкус, Дианкус обняры ты. Ага. Лови, ставь, у стола, стола ставь, короче. Так, встаю, похильте. Поймайте их. Ты. Геру давай. Локи,
отдали ССы. Бейте сбоку босса, либо въебал, пусть скоро колбы будут, не залутали. И колбы, и эти полетели, пельмени. Там ебать. Как вы ловите ебаные пельмени, вы чё, ёбнулись там или что нахуй, не понимаю, чё с вами не так? Забирай, там жми, дивана давай. Асиса. По Сенджикса. По Сенджиксу быстрее, диван. Понимаю. Забафайте сразу Асису. Пельмени. Ламур, скажи, сколько стаков у тебя есть? Два. Оттягивай колбы. В лужу. Води быстрее, отводи, сейчас колбы залупят. Три стака ламур. Кто бежит? Таунти. Диван по этому. По медведю. Снимай. Забиваем босса. Пельмени. Массы вы не жалей. 400 кабу с каждым договорюсь. Отводи лужу. Сенджикс 300 ка. Затаунти, чтоб не было урона. Затаунти сейчас прям. Полба отводи. Пельмени. Че там по ДПС? Ты топ. Ты топчик, топчик. Ты. Да, бля, ты постоянно с этим забагованным ШП, чё по ДПС, блядь. Не топчик, он тапчик, блядь. Тапочек? Тапчик, тапчик. Бля, Декс, я за тобой привязался, я нечаянно промазал, я быстро не бил и чё. Предлагаю вообще, кто умер, блядь, от этого слезня, минус кролл там, ебать, или ДП, минус, ну, тех, кто уже, наверное, да, бомжи просто. Минус 100 кролл и минус 100 ДП. Минус 100 тысяч ЕП. В долг хочешь стать кредит, блядь, типа чего? Угоняй, блядь, меня в ипотеку, давай. Я не с того зашел. Не ипотека, а еще как-то по-другому называется. Кредит. Ну кредит еще какой-то там на квартиру. Рассрочка. На вексель. Ну, блядь, кого пошло? Алло! Алло. Микрофон, не знаю, поправьте свой, пиздец, вы что, ёбнулись там? Я думал, это покал зашел. Ну, типа, знаешь, комната с микрофоном по им ползет, нахуй, да, такой? Блять, у меня, короче, стрелки свапнулись с ASD. Как это понерфить? Я нажимаю стрелку влево, у меня буква А, либо буква F. Стрелку вниз. Настройки заходишь, управление ставишь, стандартные настройки. Херню. Не-не-нет, это именно на компьютере у меня случилось. С клавиатурой что-то. Ну, значит, клавиатуре пиздец. Ну, типа, я не знаю, попробуй просто ставить клавиатуру, если у тебя она USB-шная какая-то. Другой я не знал, типа. Как минимум. Либо ставить пробу перезначать кнопки. Так только фкаешься вот по одному, по два человека, как вам его Дек сказал. Ну там один-два ушли, блядь, все, они вернутся, вы и дальше уйдете там. Занимайте очередь. Рибав дайте сразу там попавшим. Запулишь, Гламурич? Кого только этого? Лейтенант? Лапкой вот этой хуяришь, лапкой. Не, тактика, лапкой этой хуяришь. Где он, блядь? Всегда называется нам, блядь. Это огонёк, как это называется, скажи нам? Звёздный огонь. Он ещё лучше, пиздану. Волшебный, а он звёздный. Я вешаю. Значит, я сижу слушаю двух этих любителей аниме, блядь, Sailor Moon, блядь. Луна, матроски, звёздный огонь, луна, огонь.
Лунная призма, нахуй, дай мне силы, ебать. Ёбаный рот. Ладно, давай тоже, я решил вас вместе во имя Луны, блядь. А ты чё, ёпты? Лунная клизма, дай мне силу, блядь. Есть не тебе, блядь, бомжа, блядь? Не получится. Ёбаный в рот. Ладно. Сейчас буду в кинетику нахуй духов посылать. Дота, кстати, кинетика подлетает, не? Хуй знает. Я просто... Да, ну, это у разработчика от... надо спрашивать. Только от точечных скиллов. Вот. Агро, можно, пожалуйста? Попробуй локом накинуть агонию, там, порчу и посмотри, будет подлетать, нет? Дальше не пуляй, сперва порезай ты людей. У меня какая-то феерия. Что у тебя? Феерическая хуйня, блять. Вот. А что это значит феерия, да? Ну, фейерверк. Всплеск позитива, блять, во всех проявлениях и пониманиях. Ты просто счастлива того, что ты сейчас, короче, клавиатуру сломал, да? Ну это может работать как в одну и в другую сторону, понимаешь? Здесь традиционно. Это как фееричный долбоёб, да? Сказочно лучше звучит. Давай, блядь, хорошо. Ну или звёздный. Лунный, ну? А чё, кто по церквам будет играть? Либо каштан, нахуй, короче, горный. Колесо-то подержу. Да, держи колесо. Гера будет с пола. Димон, ты тут? Нет, не с пола. Чмы я? Да. Так что? Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы... На сферах давай, короче, Гривала, Стреля и кто еще там такое? Ну я. И вот, да, топовая сова нахуй. Димон, принимай, Симон. Нету. Для чего все будет рядовато сова?
Да я вообще не понимаю, тут обух нахуй. А кто линут, ребят, у нас? Как там Декс настраивает там компьютер сегодня? МТшит у нас вот, вот это где это ведро. Ведро? Вот. Квадратика все на пул отдадите, короче, прям все, где есть. Ну. Все, чек на пул. Все, даю дебем пул и башен. Залетай. Второго моба таун нажми, полдрама таун нажми, крицету заберите. Сбежали друг от друга. Ну так, все здесь. Я эту подержу. Все лагают, нахуй. Ну, следующий. Да не, ой, это не от маски. Миру, давай. Там он даже не было, нара. Стал драма бить. Че такая-то хуйня, нахуй. Я, короче, знаешь, что хочу сказать? Я вчера поставил вот этот патч, который там, блядь, что-то новый. Понял, для FPS, что-то у меня хуже игра стала работать. Надо сегодня его нахуй уберешь. Набирание текстур, да? Не, короче, не знаю, сколько там стали патч, блядь, FPS повышать. Я его поставил, у меня, блядь, не FPS, минус 10. Я тоже этот патч ставил, скорее всего, потом говорим за луп, какая-то полная. Так я вот так думаю. А есть у кого на луже патч? На ловушке, на луже, на всё это берут. А 50-й бетик ты умеешь, Сэндер, ты зайди, пожалуйста. Так, ты там на сове лишь мистер Полтова, понял? Ну нет, я его убрал вообще с пан. На самом деле, это Андрюх, ты можешь зайти к Паниалу, зайти подальше него и к Панилу. К Куни зайти там подальше него и на Старфол. Ты не достанешь серы. Ничего не надо. И слушай, тут Старфол, я тут пробую, блядь. Потрясающе, смотри, там, да. Короче, ждите, 8 секунд, и это, с моим целью, забейте их вообще. Арик летит. Добиваем босса. Вот это, блядь, я понимаю, команда мечты, блядь. Молодость наша. Не то, что там, блядь. Логи не могут себе ее поднять, блядь. Бейте, Даша, Даша, пошли, блядь. Вот заберу без вас. На меня лидер упал, кому лидер отдать? Ну, это да, просто. Да, похуй на этого лидера. Это... Клуб-то заберёте мой завод сайт. Да можешь себе, можешь мне лут вообще поебать. Короче, это... Декс настроил? Да, все нормально. Окей, сейчас стараюсь зачистить, короче, это... С этим обратно. Давай, Декс, ой, Декс, это вот включай прямой эфир, а будем играть в игру за такие. Вот Декс будет рейлить через эфир. Не, я помню, короче, этот Гомель на X3 наморелил этого какой-то в актуале. Через, ну, через экран Дискорда. Ну, сейчас будет так же. Ребят, отошел минуту, то надо разогреть, поесть. Моба убивайте вот этого, блядь. Тактика, короче, ебану убейте, пожалуйста.
Что, я вдал полетел? М? Ну, в Долоран, если Декс вернулся, мне в Долоран. Более секунды. Ну, тактика в пульте, ну, это... Огоньком ебаном этим. Волшебным. Не, Декс вернется, может, и сейчас станет. Хотя нет, все вроде нормально, ну что же, можешь сжать камень, хорошо дно. Я трэш убьем. Угу. Камень ты можешь сжать и в комбате. Дика смысл. Оно в комнате не поставит шкаф, тебе не с ума. Да добегу быстрее. Дайте человеку репутацию покачать. Конечно, мне репа нужна. Все, я улетаю. Все хорошо. Короче, этот Андрей, который сел, тут основа на красовый в разрушке. Угу. ДПС охватит, главное, чтобы пройти. Все, улетел. Да. У меня, короче, рыба закончилась. Здесь фу рыба или с рыбой? Да, я поставлю. У меня шкаф, дай, пожалуйста, шкаф. Че, нахуяри два момента, да хуя прям, чтобы, блядь, охуяри. Так, а что, сопрот надо выпить, да? Как вам метод? Нормально, но. Короче, центральный метод для хилов. То бишь крест, квадрат, печенька, ромбик, трусы, блять, потому что не было как в прошлый раз, но. Запомнили, да? Серый круг для РДшников. Светло-серый, вот это, блять, вот эта хуйня, помойка, вот где бегает, вот это шпалы ебаные. Здесь милик и выстановитесь. Это на звездке обязательно. Звездочка, череп, блять, это для людей, там Декс озвучит, кто кого кусает, там по очередности. Во время взлетки вы там особенно сходитесь, ну, да, условно, не знаю, вторые укусы, там, череп там, типа, условно, босс кусает, там, вкусно, пепелок и так далее. Чтобы не проебались, все. Босса бьем в точке, кто там с ЛВГ пришел, кто не знает, стоим все в куче в одном месте. Сразу выносите вот эти тени. Защиту от страха с пула вешаете на себя Void Mendry. После первого фера вешаешь ловец снов на Mendry. Void либо на себя. А нет, стоп. Mendry и Void с пула кидаете на себя защиту от страха. Газ в пол и ловец снов кидаете. Ловец снов кидаешь на Mendry. Газ в пол на себя. Ты на себя кидаешь. Вот пол начинается, отчет пошел, кинули на себя защиту от страха. Потом ловец снов на тебя кинет, а газ в пол на себя кинет. Так, СС. На мне один. Не знаю на кого. Без разницы, по хилам раскидайте СС. Так, по бою. Пул начинается, никто нахрен не врывается. Бьют танки на пулы в танков, и два шапешки первыми бьют. Кто из них поймает, потом второго кусают. Далее раскусываете...
Дианкуса, Пепелока, Лорд Фира, всех локов раскусываете, далее кусаете меликов. На готовность. Скажешь, там у тебя... У меня другая версия, скажешь, когда секунда будет доплыла. Да, конечно. Я тоже, если что, не вижу. Это, подожди, скиньте меня с это, с основной пати. А, да. Что будет, блядь? Давай, короче, это будем пул, да, где все? Угу. Без проблем. Никто не обрывается. Это было все. Неразумное решение. Блин, что там, кто там, Егор, огромный бюро. Куда? Че ты стоишь? Под босса встань. Кто там, блядь, в стороне стоит, нахуй? Все под босса стали, ближе. Ханты только на максимальный, там, минимальный ранжак. Стрелька, кусаешь Вайда. Далее стрелька, кусаешь ловца. Войд. Войд кусаешь Пепелока. Либо Дианкуса. Первого Вайда стрелька кусаешь. Тени, стреля побежал. Стрелим, все равно ты какая-то. Рейд, сдвинулись. Укус побежал, а, Войд побежал как раз к стрельке. Где-то вот. Пакт. Сбегите, что вызван. Так, теперь стрелька. В звезде, в районе звезды и креста кусаешь ловца. Войд в районе Малит. Черепа. Малит. Кого кусаю? Локса? Войд в районе черепа кусаешь либо Пепелока, либо Лорд Фира. Кто подойдет к тебе? А мне кого кусать? Ловца снов. Ловец снов, ШП. Ебать вы таким тупите, тотем трепета поставили, короче. Вышли, нашли себе место, ищите, короче, сейчас тени будут, на него дойти зубы и диспел сразу к ним потом. Милики убежали. Хули вы там точитесь, нахуй, там же лужа, сейчас он там распиздует всех. Кто может силиться, силиться, короче. ТВ даете все это. Просил, просил. Чему? Вы что, ёбнулись? Че шо нахуй? Падайте, в лужу все зашли. Вы вот все ебланы, вот, которые вот вы здесь упали, вы что, ебанулись? Вот, вот, там по вам бегают, блядь. Пиздец, нахуй. Три лока, нахуй, в одной пачке упали. Вы что, не понимаете, что такое РНЖ набрать? Я вам, блядь, озвучил за 10 секунд практически, нахуй. Разошлись, нашли себе место, блядь. До последнего стоять душатся, нахуй. А че, СС есть на ком-то? На хилах есть СС. Был. Хилы, вставайте. Давайте, БР. Все, уже чел встал и закрыл босса. Ребята, просьба, смотрите, короче, вам изначально скажут, типа, отбежали, значит, соответственно, спокойно бежите, ищите себе место подальше, от лужи становитесь и все, ждите просто просил. Если у вас есть собственный просил, либо какой-то сейв, соответственно, вы его даете во время каста, все. Не надо нихуя придумывать, ДПС, блядь, просто с головой хватает эту хуйню убить. Просто выживите два каста и все, и мы убили босса. И стреля, Саша, не нахуй ты с пула бурстишь, блядь. У тебя, ну, 20к ДПС, ну, под укусом. Тебя человек, блядь, без укуса догоняет. Вам чё Декс, блядь, ну, не русским языком говорит, нахуй, не бейте сначала. Бьют, условно, те, которые ебашат прям. Пускай они наберут агро и, короче, и заберут укус.
Бам-бам. Да. Кого кинуть ракету? В тебя или в пас? Я думаю, в кого? Кого меньше хп? Где хуй, Наташа? У меня уже вторые боты на танк лежат. Тебе хотелось протестить сегодня, нихуя не получилось протестить. Вернее, не, ну, не тебя... просто не получилось, я затупил их, не хотел, не одел их на первого босса. Тебе, короче, интересно. Ты, ты спекнул сову у нас? Да, да. А, давай, Мейлик, пожалуйста, спекнись в хила, а сова обратно, ну, Да у нас хватает, дерево. Ну типа, чего тебе не хватает, Декс? Ну типа, меткость дают, то там дают. Крит. Декс, урона хватает, пускай сидят. Ну окей. Малик ебашит, ёбни, сколько. Вон в совет там даст 2000, нахуй умрет. А Малик нахуяри 20 тысяч. Рыбаны. И пожалуйста, там силы выпейте сопрот и там не знаю. Да хотели тебя в сила спекнуть. Я попросил тебя не спекать, пацан. Так, шипышки что-то агро тяжело набирали. Локи, Локи, влетайте. Там уже укусите. Спект у кого-то еще. Да, можете бить. Не, при те, чтобы забрали укусы, вот ты, лорд эфир, там кто-то получает. Шипел, Локи, влетаете, ханты на пол даете и тоже АФК немного постояли. Остальные не врывайтесь. Условно, ну, вам не нужно там 20 секунд стоять в АФК, 5 секунд подождали, дальше уже влетели. Всего этого достаточно времени будет. Чек на готовность и понимание. Масло замазались. Танки пошли. Тут ДБМ пул, который молча просто. Ну просто уже пора поставить, ребята, новый ДБМ, и вы будете все видеть. У меня самый последний ДБМ. Я его сегодня не там ставил. Додик, все, на старый ДБМ. Все похуй, блять, вы босса бьете ДБМ. Мне ДБМ подзорки нужен. 10 секунды тени, Ахиса. Ахиса. Войд, укусишь ловца, потом укусишь пепелка. Пепелок, встречаешься с Войдом в звездочке. Ловец, после того, как передаст тебе укус Войд, встречаешься вместо с Дианкусом в черепе. Тени 3. Понял. Укус 3 секунды. Факт. Тени. Войд. Я пока не могу прочитать это заклинание. Факт. Сенджикс на взлетке отдаешь массы. Мейлик, забираешь темку и даешь мастер аур. Тотем трепета поставили, вышли здесь, нашли себе место. Милики разбежались.
ушли в дальнюю часть комнаты. Ловец снов вынес. Оба собаки. Больше не стойте, пожалуйста. Отдали свои сейвы. Ну вот, я же везде. Если не получилось одного укусить, кусать другого, кого можете. Все, босс. Дальше сами глазками смотрите, потоп РДД. Далее миликов. Не получается свою цель укусить, укусили другого. Сбежались. Тени. Дайте гимн какой-нибудь Таману. Кому? Он Юнер, дайте. Залив. Тотем на ману поставьте. А, Холи Прист, а, как на фуле будут люди? Тени вынесли. Пепелок. Так, рейд аккуратно с левой стороны и с правой. Не укусы, очень 5 секунд, приготовьтесь раздать укусы. Укусы. Кусайте любых. Рейд, заметьте, с левой стороны много лужи. Тут контрибета поставьте. Тени еще 2 секунды. Приготовьтесь ловить. Разбежали. Тени. Газпол. Разбежались. Отдали мы сейвы, отдали свои. Мы отдали присты. Ахиса, мастер на тьму. Замечательно. Сдали Геру, убили. А так ее не взял, по-моему. Гера. Любых кусайте. Хилов, танков, без разницы. Женек не укушен еще. Все по боссу. День боешек какой-то. Что это такое вообще? Че, с какой осколочек вообще? Фарт мой. Руку. Слава, я ждал от тебя укуса, так ты не укусил. Да ебать. Че там ДПС нахуй? Последнюю секунду на стол. Че там по ДПС умер, блядь? Че там по ДПС умер? 27, ебать, хуйня какая-то. А кто на первом? Это. Ну, вот твоя. Ага. Ну, тут первый укус же забрал. Рекаунта нет, один хуй, это болезнь есть, нахуй. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Давайте, бах. Так, давайте, на трэше я тоже в танке помогу. Ребят, кто там хочет отойти, вот у вас буквально, пока ивент идет. Я отойду. Янкос отойдет. Там кто-то из танков может отойти, пока вас подменяют. Давайте так, побыстрее. Все, уже 3 человека, все, идите, 3, хватит, потом следующие, заебали. Тут уже началось, я, нахуй. Последняя буква уже есть. Вот именно. На пол по КГЗ и по медведям. Даю масуху. Отдайте БР. Вообще без разницы. Откуда он? Нажми там этого моба. Сведите трэш. Декс, я могу на моей лике вальку захилить и потом на дружку зайти, чтобы у меня проходка была. Мне синдра лич только надо. Там сова есть. Хорошо.
второй пак цепляй, там с левой стороны. Разделяй. Так, чекнул посетки. А что, всех потрясает или нет, или мне кажется? Да нормально вроде. Отдайте ему сыну. Так, еще раз на присутствие. Полностью согласен, блядь. Ребята, это что, нормально? Я все еще мобы вокруг колупаю. Я тут сейчас с интернетом что-то. Просто дропни Warcraft пока, мы бьем это, и зайди там новым. У кого БР есть, в постельке создайте его. Я Лока БР, он там лежит в очарке. Ну, Лока покажет, он написал, что там покажет. А. Зря. Пока трэш, ничего страшного.
Куда побежали? Мобов добили? Поставьте шкаф. Бафы слетели. Сейчас баф нужно будет заново. Иван закончился. А на краю балкона стоит рыба. Прицумоньте людей. На черепаху киньте. Вон черепаха, дайте метку, пожалуйста. А, прям роллом, блядь. Сначала ролим. Так. ЕПшьте сразу. Все тогда себе оставляю. Так далее. Пока лока нету. Так. Я ж не знаю, что это дает. На этого лока 2 бит, если там времени подходит, давай бит. Ну полчаса, 20 минут, в принципе, давай. Хватит. Убьем потом, когда будем трэш там бить, там больше не то, что творит. У нас там еще скоро. Так. Сенджикс. Сенджикс с левой стороны. А Мишка с правой стороны. Так, где медведь? Медведь, краб, кто-нибудь там. Все, вижу. Холипал хилишь через квадратик. Где-нибудь его в центре оставишь. Все. Да погнали, погнали. Никаких ДБМов. Все, просто побежали. АФКшит, лоб АФКшит. Я после вальки отойду на минут 5. Привяжись за кем-нибудь. Туда ходи. Подавление вышло. Ханты под поганище. Закидывайте ледяную трапу. Первая пати перспективно с правой стороны от морды вальки. Вторая пати с левой стороны. Чтобы было какое-то распределение. У меня такой вопрос, блять, назрел. Вот это подавление входит, они хп не башат или просто стопают прохил? Они уменьшают прохил. Ну вроде коцают там по 1000, это вообще незначительно. Значительно то, что каждый стак там по 10% отхила уменьшает вроде бы. Я тут я что-то думал, что они, короче, там, блядь, по проценту хп снимают. Ну вот, условно, сейчас одного оставим, увидишь дебаф. Жирного заберите. Я сейчас на боссе. Да, на босс. Мне в туалете немножко задолго засиделся. Ну, насколько я видел, ты в начале ивента еще отошел, поэтому это слишком долго. Значит, жена закрутила нас, серьезно. Я думал, что быстрее пойдет. С левой стороны свечка.
ДКшники, вары, паладины приготовились к тому, что если видите, что на Майлика идет, либо на кого-то из хилов мобы, из-за того, что у них агра много, то агрите трэш на себя, отводите. Просто убегаете, кайтите. А сколько у вас так уже? Активнее, активнее по трешу, ребят. Урона у нас намного больше, чем сейчас вы даете. Хуй под боссом стал, я АФК, шучу. Эй, походу я мог захилить, ну ладно, сейчас выйду. Другеру давайте смотрим. Давайте. А, гимны дали. Я что, позабыл, что 50 не хватает. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми. Все равно сейчас тоже защищать. Ну, надеюсь, лук тебе не нужна была спина. Это не он говорил, что ему спина свальки только нужна? Серьезно? Не уверен, но кто что про Вальку говорил? Да нет, тут Паше надо ботинки у него там, блядь, не знаю, что. Не пошел локом, да? Проходку делать. А че ты не зашел на Вальку, было ДК, я не могу понять. А че ты вообще, ты поменял ник за полколоса? Так, думаю, что все здесь, я начинаю разраливать шмотцы с первых 4-5 боссов, там 6 боссов, может. Не запульте босс, пока все не придут, ой. Не босс, а ивент. У кого там аддон есть, пару лук, кто выигрывает? Гивала. Наши там. Гивала. Так, ебашь сразу. В чат написали? Да. Короче, ну, если вам шмотка не надо, не рольте, пожалуйста, блядь. Рольте те, кому надо. Да, хапужничеством не занимаемся. Дайте шкаф, блядь, ну что, кто запустил, блядь, ну вы нахуя вы делаете, вы калища ебаные просто, пиздец, кто это сделал? Женя! Кто? Выйди, Диван, да. А умирать, а умирать зачем? Ну почему? Можно зайти и бить. Ой, блядь, вы пиздец, нахуй. Добейте этих жуков. А, вот тут стоит, да? Ой, падайте, ребят, падайте. Он там на Маше СС, наверное, диван в юке. Вообще как-то неожиданно. Какой-то камень он нажал. Успел, нахуй. Я ебал. Сука.
Да нахуй надо, починка дорогая, блядь. На каком-то пете мобы стоят, заберите чей-то питомец, нахуй, из люка. Блядь, еще раз такую хуйню сделать,